Примерно в 5 утра на пульт дежурного единой диспетчерской службы поступило сообщение о порыве на водоводе на улице Садовой. Уссурийский водоканал на сигнал об аварии отреагировал сразу. Специалисты тут же прибыли на место происшествия. Порыв произошел на трубе, сталь, диаметр 700, задвижка. В городе снижено давление было из-за того, что очень большой поток выходил из этого. Это водовод центральный. Сейчас давление где-то в пределах 2 кг. Это в 2 раза больше, чем было утром. Из-за аварии отключились 2 насосные станции, которые подают холодную воду в город. Снижение давления привело к тому, что в квартирах верхних этажей домов Уссурийска краны опустили. На данный момент работники перекрыли водовод. Как только вода сольется, начнутся работы по монтажу новой задвижки. Сейчас насосные станции работают в штатном режиме. Полностью ликвидировать последствия аварии коммунальщики планируют к 8 вечера. Анжела Галышина, Роман Адонин, Телемикс.